Работники детской художественной школы подвели итоги конкурса «Мой дом, мой двор, мой город Магадан». В этом году тематика конкурса – 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Более 120 работ подали на суд жюри 108 юных художников. По словам организаторов конкурса, тема Великой Победы помогает помнить и чтить подвиг советского солдата. Но помимо этих знаний, умений и навыков, большое уважение у нас, у зрителей, у членов жюри вызывает внимательное отношение детей не только к истории родного города, не только передача любви к своему родному городу, но очень глубокое чувство патриотизма, гордости за победу нашего советского солдата в Великой Отечественной войне. Уже ставший традиционным конкурс ежегодно проводят сотрудники детской художественной школы при поддержке мэрии Магадана. В 2020 году выставка прошла в онлайн-формате. На ней представили свои работы ученики школы искусств имени Владимира Барляева, художественной школы. Многие работы – результат дистанционного обучения, потому что выполнены во время режима самоизоляции. Живопись, графика, скульптура. На конкурс представили работы разной техники. Как говорят организаторы, все участники справились на ура. Все работы участников конкурса заслуживают высокой оценки. Не просто было выбрать лучшие. Порадовал высокий уровень мастерства юных художников. Молодцы, ребята! Всего 4 возрастные группы – от 6 до 9 лет, от 10 до 12, от 13 до 15 и от 15 до 18. Номинации следующие – станковая композиция, декоративно-прикладное искусство, компьютерная графика, скульптура, дизайн. Также отдельно представлена коллективная работа. Работы были выполнены в различных техниках и направлениях. Было очень много интересных и творческих работ. Особенно было сложно выбрать лучшую работу в возрастной группе 10-12, 13-15 лет. Потому что работ было очень много, и они были все высокой сложности исполнения. Желаю всем участникам и будущим участникам творческих взлетов, побед! В каждой возрастной группе номинации было 3 места. Всего 87 работ заняли призовые места. Жюри отметило высокое профессиональное мастерство ребят. Творческие проекты участников опубликовали на сайте детской художественной школы.